Здравствуйте, с вами Юля. Сегодня будет у нас только одни пакетики, 25 штук. Как видите, здесь у меня Бэтмен. Так как у меня нет журнала, будем открывать только одни пакетики. Такая интересная очень картинка Бэтмена 93 года. Кажется, это все простые наклеечки здесь находятся. Да, на старый уже журнал. Сколько ему лет-то? Но я помню этот мультик. Какое-то время смотрела. Класс. В пакетике 6 наклеечек. И здесь есть голографический. Класс. Прикольно. Как зеркало, даже как зеркало. Тут летит Бэтмен. А, нет, тут Робин. Здорово. Поставим сюда. Профессор на мышек смотрит. Так. Следующий посмотрим. Так, здесь карты. Где карты, там Джокер. О, какая сценка. Так, это пингвин. Вот это как раз, как ее там зовут-то, уж забыла. Ну, у Джокера подружка. Кошка лезет. Какая мощная тетя. Ворует. Бэтмен. Пьет молоко. Ух ты, Джокер. Что-то она голографическая попалась, больше не будет, что ли? Я еще хочу одну такую интересную найти. Вроде только что попадалась. Маленькая. Так. Так. Это, кажется, ледяной человек. Или айсберг. Вот не помню уже этих героев. Ух ты, состав фоновая. Прикольно. Гаргулья. Класс. Тут тоже как-то ограниченный выпуск фоновых. Ну, опять айсберг. Играет. О, еще какая голографическая. Робин такого тоже фоновый. А мне твору показалось. Составная. Так.
Классная. Вот эта клёнькая. Вот это была. А это поезд. О, брюс в окружении девушек. Может, и bad girl? Кошку схватили. Это кто? Мужик боится. Опять эту тетю схватила пантерку. Или там пума, что ли? О, Джекер любится. Дети схватили Бэтмена. Мужик схватил или кто там? Схватил. Вот как это точно Бэтгерл там. Вертолет, женщина-кошка, Брюс управляет нюху, Альфред обнимает его. Кажется, это она притворялась Бэтгёрл. Было много что-то здесь серии. Да. Жена этого Асперга. Было какой-то толстяк. Было. Карты Белла, Белла. Это тоже. О, голографическая горгуля, класс. Здорово. Ну, или горгуля, это летучая мышь. Классно. И это было. О, как раз там где-то есть. Передняя часть, где он смотрит на свою жену. Вот. Полицай пугается. Детишки, которые схватили Бэтмена. Женщина-кошка. Бэтмен. И опять он фоновая. Не знаю, может это двухликий. О, опять фоновый символ Бэтмена. Класс. Дерется. На ком скажешь, что это была. Этот, как его там зовут, Пингвин. Которые детишки опять схватили, которые схватили Бэтмена. И машина хочет переехать в рюлик. Ну, повторка. Это, кстати, коллекция у нас схватили. 248, что ли, наклеечек. И голографические, не знаю, они идут как. Включаются или нет? Вроде нет. Ну, может, да. Голографических тоже где-то штук 18, что ли. Классная птичка. Была, была. Была, была. Тут не помню.
это кажется старый Бэтмен. Ты вроде бы. Потом посчитаем, сколько повторок, сколько новеньких. Не знаю, не было, была. Кажется, нет. О, 5 голографических, класс. А, тут Шакер. Здорово. Кенни прикольная все-таки. Была. Ой, я говорю, не было. Так, телеки не было. О, наш показ за друзьям не было. Нет. Ты новенькие все. Класс. Попалась бы хотя бы половина бы новеньких наклеечек. Не помню, уже не было. Не было. Какая лапа. Сегодня таких не попадалось. Здорово. О. Так, мне вот это было. Вот и не было. Это не помню. Это не было. Что, последний пакетик? И последний пакетик на сегодня. И потом посчитаем, сколько попалось, сколько повторок. Не было, не помню. Тут была. О, этот пингвин. Здорово. Ну-ка. И это не видела. Ладно, сейчас посмотрим. Сколько же Нойки, сколько же повторок, какая типа. Не знаю, что 50 штук. Так, рассчитала. Столько повторчиков, 27. Из 25 пакетиков. Вон и как много. Только 3 графические. Очень классненькие. И вот такая экипа собралась, чтобы вклеить, но вклеивать некуда. Ну, потом, может, найдется где-нибудь что на. Вот такие интересненькие наклеечки. А, с вами была Юля. Спасибо, что смотрели мое видео. Всем пока. Май-май-май.